Галине Алексеевне за то, что она создала такие прекрасные, замечательные условия для наших детей. У вас такой творческий, профессиональный коллектив, атмосфера дома и семьи. Дорогие наши педагоги, у многих из вас есть тоже дети или такие же родители, как и мы. Вы посмотрите, какие у нас хорошие детки. Посвящение первоклассники подошел к концу. Мы благодарим.